В воскресенье возвращались с дачи и в подмосковном Климовске решили зайти в «Глобус». Основная цель – купить мыло. Закончилось дома. До полок с мылом двигались быстро, но кое-что успели заметить. Оливковое масло. 1 литр. Экстра виржин. Практически 2000 рублей. А тут со скидкой 13%. 949. Туалетная бумага пользуется большим спросом. Кукуруза и горошек 74. Гречка ядрица 179. Не знаю ничего. Но она не знает. Она... Ну как она? Если приводит, то ну, мы не знаем. Надо обращаться. Вы, значит, чека приводили? Причина приводили только один кусковой. А такой не понимаю. Сахар и спинат. Он и был, между прочим, 50 рублей полкило. Вот у меня пачечка, ты видела? Нет, по не 50 видела. Рублей он был, а это вот 110 рублей. Русский сахар. Вот это уже что-то разобрали. Самое дешевое, что ли. Ну, видимо, да. 429 319. Прокладки ежедневные очень востребованы. Так, вот 37 для котят. Ну какая разница, цена одинаковая, да. И нету, что самое-то интересное. Ну это ведь для каких кошек-то, волос. Нет, просто, я тебе говорю, кормов нет. Вот, пожалуйста. Вот, по 72, по 89 теперь вот эти маленькие, 85 грамм. Спасибо, что еще есть, потому что вот это просто вообще нету. Пожалуйста, мяу чанкс. И сейчас... Ну, Феликс нам предлагают по акции даже вот тоже 85 грамм. Салфетки, которые покупали по 25, теперь 41 по акции. Да 42 там, 90. Ну 42, да. Кондиционер для белья по 60 рублей 750 миллилитров. Нету. Потому что вот тут заграничные уже дороже. Это стиральные препараты. Пятновыводители, порошки, детские. Зубной порошок. Тоже закончился. Парадонтол. Который дешевле, тот тоже уже закончился. Закупаем жидкое мыло. В смысле, тогда нас уже все закупились. Что-то с мылом очень проблематично. Так, и не жидкое тоже, кстати. Вы посмотрите, пусто, все пусто. Все просхватаем. Ахтиарные по 34.
Успели. Сегодня мы смогли купить именно то мыло, которое нам и было нужно. Ну а что нас всех ждет завтра, покажем завтра. Спасибо всем, кто побывал с нами в Глобусе. Подписывайтесь на мои каналы, чтобы не пропускать новых видео. Каналы у меня теперь есть и на Ютубе, и на Рутубе, и на Дзене. На Дзене даже два. Заходите в гости. Ссылки на мои каналы вы найдете в первом комментарии и в описании к видео.